2024 год объявлен в России годом семьи. При этом внимание будет уделяться не только дружным ячейкам общества, но и семьям, которые распались. В частности, защите прав детей и выплате алиментов. Именно этой теме была посвящена встреча с журналистами в региональной службе судебных приставов. На сегодняшний день в Ульяновской области около 7500 так называемых алиментщиков. В основном должники исправно отправляют средства на содержание своих детей, но есть и неплательщики. К таким применяют самые строгие меры взыскания. Почти 1300 должников у нас ограничены в пользовании специальным правом в виде водительского удостоверения. Это ограничение в пользовании специальным правом в виде водительского удостоверения может быть отменено только в случае, если должник, скажем, устроится работать водителем. На содержание одного ребенка – четверть от официального дохода, на двоих – треть, на троих и более – половина. При этом государство твердо стоит на защите прав подрастающего поколения. Исполнительные производства в отношении должников, которые заключили контракт или являются мобилизованными, подлежат приостановлению за исключением исполнительных документов по взысканию алиментных платежей. Эти исполнительные документы мы не приостанавливаем, и задолженность возможно погашать из суммы того денежного довольствия. При этом судебные приставы просят внимательно относиться к платежам и тех, кто требует алименты с бывших супругов. Заявление необходимо подавать своевременно. В случае образования большой задолженности ее можно будет взыскать только за 3 года. Таковы особенности закона. Если алименты до предъявления в службу, допустим, не уплачивались 5 лет, да, то судебный пристав вправе рассчитать только за 3 года, предшествующие предъявлению. То есть ни в коем случае нельзя тянуть, если алименты должник перестал оплачивать, то чем быстрее будет предъявлен исполнительный документ службы, тем более корректным будет расчет задолженности. И все же основное внимание приставов к должникам. Им настоятельно не рекомендуют прятаться. Ведь помимо алиментов могут применяться и другие санкции вплоть до ареста. Из 700 человек, объявленных в розыск за неуплату алиментов, половину должников в прошлом году удалось найти. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести Ульяновск.